Премию Минина и Пожарского вручили на главной площади нижегородцам за особые заслуги в сферах общественно-полезной деятельности, будь то искусство или наука. На одноименной площади собрались сотни людей, чтобы посмотреть на вручение. Со сцены собравшихся с Днем народного единства поздравил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский. Желаю вам всего хорошего, мира вашим семьям, мирного неба над вами. С праздником! Ура! Премия имени Минина и Пожарского вручается 4 ноября не просто так. Символ праздника – День народного единства, патриотизм, братство и готовность подставить свое плечо другому. Этими качествами обладают и лауреаты премии. В свою очередь, один из удостоенных прочитал стихотворение собственного сочинения о любви к своей малой родине. Нижегородский край, моя обитель, с тобой навеки связан я судьбой. Ты мне отец и мать и покровитель, оплот России! Я горжусь тобой!